Эксперты предупреждают, единственное, что может сегодня нести еще большую угрозу для человечества, чем сам вирус, так это его последствия. Страшная статистика. Более 90% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, столкнулись с осложнениями разной степени тяжести. По нулям, то есть ничего не ощущается. Хотя вы знаете, что сыр с плесенью, он как бы, как минимум, источает. Вообще ничего не чувствую. Мало кто задумывается, но за обоняние человека отвечает вот этот небольшой участок головного мозга. Он называется обонятельная луковица. Ее повреждение может означать только одно. Коронавирус по каким-то причинам имеет беспрепятственный доступ к головному мозгу. Более того, многие переболевшие коронавирусом замечали необъяснимые и резкие перемены настроения, запутанность мыслей, растерянность, забывчивость, а иногда даже галлюцинации. У меня случилась первая паническая атака. Мне перекрыло кислород. Я стала задыхаться. Мне стало нечем дышать, и мне стало безумно страшно. Что делать вообще? Как? Что? Что? Пока сложно сказать, но последствия такого вмешательства неизученного до конца вируса в самые сложные системы организма человека могут привести к непоправимым последствиям. Мы все знаем, что коронавирус достаточно серьезно бьет по органам и системам, в частности, по нервной системе. Многие пациенты ощущают когнитивный дефицит, нарушение памяти, бессонницу, нарушение адаптации, одышка, панические атаки. И они нуждаются в высококвалифицированной такой реабилитации.